Всем привет еще раз. Опять очередное незапланированное такое видео, коротенькое будет. Ну или может не очень коротенькое, я не знаю. В общем, мы как бы отдыхаем сейчас в штате Орегон. И по пути заехали в крошечный, вообще маленький городок такой. Это, ну в общем, недалеко от океана, он прикольный городок, но очень маленький такой, очень маленький простой городок, называется Телабал. И в этом городе есть местная как бы достопримечательность, это фирма, где делают молоко, сыры, ну и другие там молочные продукты какие-то и все такое. Мы заехали сюда, и в общем оказалось, что это не просто ферма, а, скажем так, даже небольшой аттракцион, который пользуется большой популярностью. То есть люди из фермы, компания сделала целый аттракцион, сделала что-то очень интересное. То есть давайте посмотрим, как это все выглядит. Здесь большая парковка, там приходят местные жители, туристы из других каких-то городов, стран, провинций, штатов и так далее. Где познавательные щиты такие, где написано, что происходит вообще. Чем занимается компания, как это все делается. Первый этаж. Стенка с интересными фактами, с историей компании. Надеюсь, меня слышно, кстати, в этом шуме очень много людей. И это не выходной, это обычный день. То есть здесь всегда так. Здесь небольшой магазинчик, где можно купить продукцию компании, сувениры. Все, что связано, написано Tillamook, это то, что связано с этой компанией, Tillamook. Цены обычные, то есть в таких местах все это стоит никаких, это бешеных денег, то есть нормальные, вполне вменяемые цены, прикольная кофта, с удовольствием себе такую купил. И качество высокое, кстати, это не Walmart, это будет получше обычно. Здесь же местный алкоголь, здесь вообще в штате много делают своего алкоголя, здесь хорошо растет все. Молоко, сыры, мороженое. Идем на второй этаж. А здесь написано self-guided tour, то есть это, ну, что-то вроде тура такого, где можно самому понять, что происходит. Это типа сыр. Лифт. То есть если ты не можешь подняться по лестнице, но ты здесь. То есть этот джентльмен приехал на лифте наверняка. Здесь небольшой комплекс для детей, где они могут понять все эти нюансы. Кормление телят. То есть познавательные такие всякие вещи. Sorry. Можно
даже подоить корову на время, объяснять, как все делать. Как работает ошейник. Много информативных стендов таких. Ну, все такое, в общем. Это часто такие бывают вещи вот в таких детских музеях, где называется Children's Museum. Здесь еще одно место с местной продукцией. Очень сделано все стильно и очень прикольно. Просто очень качественно, так, с запасом. Hey, buddy. Hello. Здесь это ведра, кстати, не просто так. Все очень весело. Здесь вопросы, типа викторины. И ответы. Вот можно узнать что-то интересное. Вот это делает молоко. Вот там мама живет. Она хочет купить что-то, мне кажется, просто. Ну покупай, покупай. Да-да-да. Покупай. Здесь, пожалуй, самое интересное. Здесь непосредственно цеха фабрики, как назвать их, я даже не знаю. Про каждый из них рассказывается, что и как делается. И сама продукция. То есть все это делается тут же, показывается. Здесь справа, по-моему, больше сыры, сыр, что-то такое. Здесь небольшой кинотеатр с познавательными фильмами. Здесь другой цех. Мне кажется, это масло. А может и сыр, кстати, что написано сыр. Кстати, обратите внимание у мужчины. Такое приспособление, чтобы ему было проще дышать или что-то такое. Там людей совсем мало, все автоматизировано, поэтому. Там большая очередь, я подозреваю, что там бесплатно раздают что-то. И поэтому меня жена так отчаянно звала. То есть не продают, а дают сэмплс. Мне кажется, это сэмплс сыров. Не знаю, мне неохота что-то идти туда. А, или мороженого. I have no idea. Just show me. Sour cream. Okay, I see now. Thank you. That was good.
Oh, thank you. Sorry. Спасибо. Как было вкусно? Слушай, мне захотелось купить вот этот, который второй ты мне дала. Сэмпл. Ресторанс, там туалеты. Для ребятишек что-то. Ну и здесь уже пошли магазинчики, где можно что-нибудь вкусненькое покушать местного производства тоже. Локально. Ну, спасибо, вкусно. А, это лайн-ап. Вы же не будете стоять? Ну, здесь можно на месте все и перекусить то, что ты купил. Тоже очень удобно. Прикольно. Вот так выглядит, в общем, ферма американская, где делают молоко, и другие сыромолочные, как называется, все это продукты. Очень-очень все мило, очень прикольно и очень как-то очень душевно. И очень вкусно, наверное. Сейчас попробую сыр, просто обалденный. Ну ладно, сейчас будем, наверное, где-нибудь купим мороженое или еще что-нибудь такое. Ладно, всем пока. Счастливо.